Так. И прыгнешь в сову, Вадим. О, и все, и мы решили проблему. Так, это получается по танкам Юй, Апокалипсис, Изморский, Вакати, плюс я, Паша Велейна. Все. На, Ваня, лидер. Расставь там метки, расскажи вкратце тактику, я зайду на танк. Помогу. Нужен здесь любой РДДшник лучше, чем милик. Почти в 100% случаев, поэтому давай. Если было кем заменить, замени. Заменить неким, поэтому оставайся, Паша. Ваня, тебе, по-моему, лидера отдал. Вот, будете, получается, два хапала, Рдру, Ршам и ДЦшник. Смотрите в Раску, меня сейчас я на танка зайду. Смысле, а зачем танк? У нас Вакати, Изморский, Апокалипсис и я. Четыре танка. Изморский не выдержит двух мобов. Троянский лучше будет бить мобов, помогать вам. Он обещает это дело. А я не хочу бить мобов, у меня все против мобов. Там четыре танка есть, каждый по одному и двоих. А кто трэш будет держать? Похер. Его и надо держать. У вас сейчас 5 танков. Давай, хорошо, захожу на мага тогда заново. Окей. Просто можно безопаснее сыграть, можно так сыграть. Потому что Изморский твоих не удержит пока что в своем танке. То есть нужно будет отдельно ставить на Киглера Изморского и еще одного человека на короля. Два Юи танчат, один Оу. Получается, собаки не будут бегать по рейду. Ну, решайте сами. Ладно, давай так. Попробуем разочек. Будете таунчить на себя. Тогда. Андрюха, будешь подтаунчивать. Играет по собакам. Будете напуливать в Троянского. Фростойку включишь, Андрей. И будешь играть на фростойке. Подожди, я не в танке? Ты не в танке, в ДДшнике. Будешь по собакам играть. Я думал, в танке будет держать. Не-не. Можно кто-нибудь из Джифса поставить, ребят? Лапочка, это тоже с нами, да? Сова, да. Стой, это будет хуйня. Так. У меня там 10 секунд КД. Я бить не могу. У меня не играбельный перс, но мне тот ДК, чтобы бить в смарт. Тебя... Подожди, можно 5 секунд? У тебя 2 на пула будет еще. Враска и Кадана. Играете все ханты, все, кто в первой пати, снимайте пламя вечное. Также Враска, напоминаю, здесь не играешь этим. Любую другую трень вместо вечного пламени. Играете только физическими атаками. Это верный выстрел, обычная атака, убийственный выстрел, по-моему. И, не, насколько помню, тогда сними просто ее. То она только больше надамажит, чем даст. Сумойте лапочку, ставим рыбу. Джифса поставили там. Че по фласкам? Да нет. Сейчас дадим фласки. Короче, все как обычно. Киглер в зеленую метку, короля в череп поставите. Только короля ставьте так, чтобы не отлетать от Киглера. Что, король, кто кого держит, скажите, пожалуйста. Ю-ю, а печенка, пока ты держишь. Ю-ю, печенка, квадрат. Киглера держит медведь. То есть Изморский. Вакати держит этого Олма. И короля держит Апокалипсис. Чем я Вакати буду Олмовский стаки скидывать? Я тебе помогу поскидывать. Буду ретратить просто. Давай. Лапочки, кидайте обмен за СПДшными фласками. И мне кидайте обмен за СПДшными фласками. То есть окно-то короля будет там, где он стоит, держать. Я там буду лучше летать, чем возле вас. Еще раз. Ставишь короля в черепок и ставишь на такой рейндж, чтобы не отлетать от Олма. Ты вот становишься просто вот сюда, вот. Король стоит в черепке, и ты не отлетаешь никуда. Хорошо.
Плюс холифал от короля могут, если что, подрегенивать ману, и все хорошо. Ну окей. Я держу Ю-Ю и Вакати. Остальные там хилы смотрят трех других танков. Там не должна пробивать сильно. Ой, двух других танков. Так, ставьте, а рыба, бля, у Сереги осталась. У меня, наверное, рыбы даже нет. Либо отечка рыба. У меня есть бомжатская. Да, Саня, есть, есть. Да, поставлю. Поставь, Санька, ты тогда рыбку. Дальше разберемся. Все, давайте 7К, потом разберемся. Закроем этот рейд, да пойдем отдыхать, ребят. Что-то сегодня заебали. Заебал спину. Кушайте все рыбку. Так, еще мне нужно инту бафнуть, да? И приста бафа не хватает. Баф... Да, и приста бафа не хватает. Локи, петов уберите своих сторон. И ханты тоже. Напоминаю, первая пати, и первая пати, так, еще кого-то туда надо закинуть. А некого больше закинуть. Бета-тестер, ты в Энхе? Нет. Или время? Давай прыгнешь в... Все-таки, наверное, пойдешь пулями просто бить без всяких магий. Дай Ване помощник. Перепрыгни еще в Энхе, будешь помогать бить. Трэш, похер. Потому что урона может вообще не хватить. Там вроде нельзя. Если не ошибаюсь, то порог Вентфури считается уроном природы. А порог Вентфури это пассивная же, да? Идет? Да, это с автоатак. Ну, блядь. Ладно. Если не спек... Я могу их не чарить. Это уже зачарка на пушку. Не чарь и снимай любые другие три, не вешай. Любые вообще. Похер какие. Потому что урона не хватит, лишь один вар сегодня только. СС раздадим. Саня, да, СС раздадим. Саня, это спека с замедлением. Спека с замедлением? Ты про... Нет. Ладно. Так, теперь по декурсам. Лапочка будет декурсить первую пати приоритетом, определенно вторую, третью будет Ону, Женя, хилов и четвертую все вместе. Все, готовность на пол. Там уже рассказали, кто кого танчит. Напоминаю, хантишки без ауешек. Из морских чего не хватает? Дэн. Сопрот. Кинь мне обмен. Я дал. Отдал? Все, отлично. Все. Идите танки пуляйте. Пока что все станьте в ромбик. Сейчас же не дам. На пол слепоглаза, хантишки. Не играем по слепоглазу. А косноязв всех вешать? Да. Что еще раз? О. Косноязычие на всех? Что, а. Бодрэн? Да, да. Не, Джанк. Пусть Джанк вешает. Я с Олмом хочу прикол попробовать. Что, сука? Пытайся бот. Вакати, смотрите, не потеряйте. Маша Инер по Сацуне закинь. Бля, забери. Стоп. Стопайте урон по боссу. Стоп урон все, абсолютно все. Где полмуш? Забери. Полмуш. Все по глаза. Давай Геру дадим. Попробуем его поселить. Будет проще. Дальше. Коля что с королем потанчит. Хорошо. А молом сломался, что ли? Юи, поднимите. Шнурки не знает, что делать. Да, что делать? Шнурки. Собак бить? Шнурки играет по собакам, да. По собакам. Тупо по собакам. Босса бить не надо, да? Босса бить не надо, тебе скажут, если что, кого босса бить. Десять секунд еще можно после поглаза поиграть.
забирай. 5 секунд. Юй-юй-юй, поднимите. Сейчас стоп урон по боссу. Ой, хорошо. На пыль огненные бомбы выносите. Смотри, шнурки, если на тебя дебаф вешается, огненная бомба, выносишь его просто от нелика. Только чтобы тебя прохиливать могли, слишком далеко не удивляя. Я фул простейвлю, когда будет закрываться. Окей. Маша, следующий иннер закинешь по скириде, как откатится. Еще 10 секунд, в 15 можно играть, через... Огненную бомбу только выносите, через 3 секунды сейвы приготовились отдавать. Коля отдаст и Ваня. Отдавайте. Играем еще секунду буквально, все, стоп урон покрошу. Все стопнули, не сорвите его. 8 стак уже. 5? 9. Да, покрошу играем. Алмаз. Мисс. Так, сейчас заберите кто-нибудь огонь, отдаст сейчас сейв Сацуны и Апокалипсис на следующем. Огненные бомбы выносите. Троянского поднимите. Огонь отдал. Сань, скажешь, когда отдавать? Да, скажу. Сгас еще один. Сгас. 10 секунд на покал. И нажмет Void Gim на хп. Еще. 3 секунды приготовились. Отдали сейвы. Стопнули урон по боссу. Стопнули урон. Стопнули урон, не срывите. Слепоглаза добить, и там будет время немножко восстановить ману. Без ауешек. Колю поднимите на фул. Инер нужен кан? Ну, 7 стак. По Сацуне или Скибиди? Или он? И по Сацуне, по Сацуне. И гимн нажми, стоит по игру сразу дать. Все, восстанавливайте ману, по не помань, смотрите аккуратно. Скажи, когда. А кого бить? Пока никого. Пока никого. Стой просто. Стой просто и чили. Еще 9 секунд. Чилишь. Покильте, пока я мадриген немножко. Собаку заберите, по крошу играем. На пол кроша, не забываем огненную бомбу выносить. Отдаст сейф Юи и 4 кнопки. Огонь отдайте. Огненные бомбы не вы не забывайте уносить, ребят. Когда откроется олм, аккуратно на всяких там локах и совах. Не разлейте доты на собак. Да, смотрите очень аккуратно. Лучше пока он открывается, сразу не бейте. Если не уверены, что подвесите. Либо не используйте ту способность, которая это делает. Через 6 секунд сейвы приготовьтесь отдавать. Не успе... Добить придется стопать. Стопнули... Ой, сейвы отдали. Еще 3 секунды можно бить. Стопнули урон. Стопнули все урон, не сорвите главное. Опять крош, отлично, добили. Кроша. Если Коля, заберешь... Коля... Я заберу, я стать я могу скидывать. Давай. Давай, Женя, ты на собак иди. Только смысл. Если шо, айбан, то покола есть. Все, идите восстанавливайте ману. Жень, иди тоже лапками бей и Ома. Ману восстанавливай. Только из морского прохильте. Маша, как откатится инер, закинешь в скибиди, а лапочка в вону закинешь. Допустим, смотрите, ДДшики, вы можете уже по собакам играть, пока нету на них дебафа. Играйте по собакам. РДДшки. Хорошо.
Но нет бафа на ней, можете тоже играть. Через 8 секунд какой-то моб активируется. Отдайте. А, ладно. Если что, мастер на тьму нажмете, и когда будет алм открыт. Киглера сыграли. Сейчас есть пэску, закинь. У тебя включена арона стойка вообще? Что еще раз, Андрюха? Я его Катя спрашиваю. И просто не слышно тебя. Я шла на ДК, я не всем подряд пытаюсь бить, чтобы меньше мух ХПшку делать, что. Еще 10 секунд можно по боссу поиграть. 3 секунды. Стопайте каст по Киглеру. Стоп урон по Киглеру, не бейте, если рвете, будет хуёво. Ома, приготовьтесь декурсить, собак забрали, смотрите, не навеешься на них дот. Жень, немножко дальше отведи. Декурс отдали. Дайте тьму паладины. Я просейвлю мастеры. Вот древо начинает обновлять. Из морского хильти. Последний раз, по-моему, декурсы отдайте, главное, обязательно все. Собак будет много жив. Сыграйте по одной какой-нибудь собаке, убейте хотя бы одну. Одну ты. Вроде порядок. Сейвы все равно Ваня отдашь. Стоп урон по Ому. Отдавайте сейвы. По Киглеру играем. Отлично. Ничего не отдавал. Хорошо, замечательно. Молодец. Санечка, есть поездка? Я обновлял? Сейчас. Да, Са. Сейчас, подожди 5 секунд. Блять, опять хек закинул, тварь. О, короче. Не отдал поездку, да? Да. Короче, Сань, если лок просто по КД сидит и обновляет Косноязв, то походу он типа докачивает позже, чем собаки пропадают. Вань, давай просто так как делали, не будем рисковать. Ну, как бы можно проверить, но просто сегодня нет желания этого проверять. Мы уже проверили. Ну окей, я просто этот момент упустил. Если ты уверен, готов взять на себя ответственность за лайк, то давай там. Ну просто мы в вечерней гильдии вообще собак не бьем. Ну так я ж сам так бил. Стоп урон. Я ж тебе сам про это сказал. Опять Киглера добили. Хватит короля скучно танчить. Да, грубо, это вообще один самый скучный. Можно чисто пойти покурить. Не, ну сейчас уже получше. Первый трай вообще жопа была. Да заебал он мне хекс кидать. Я все хексы, наверное, я свалил. Жень, есть тотем на ману? Закастуйте все гимны свободные, на ману отдайте. Еще тоже. Иннер по Сацуне отдал лапочка. Изморский закинь по Скибиди. По Скибиди. И Маша закинь по Маварду. РДшники тоже можете играть в собаку. Пока 20 что. 20 тысяч мана. Ну, айсбан же не нужен будет. Ну, не факт. Сейчас он будет активирован. Геру дадите, как активируется. А вы киньте синюю джаму, пожалуйста. Отдайте Геру. Еще одну. Не откатилось, если есть. Ну? Нажмите Геру, любой человек. Я нажимаю на ДК Геру, да. Я нажимаю, сори. О! Декурсы. Еще 2 раза будет декурс. Начинай обновлять потиху. По-моему, еще разочек.
не стопайте тут. Но сейвы отдашь, что? Да, да. Собаку там еще, если получится, хоть одну убейте. Отдали сейвы. Не убьем. Ну вот. Готов? Ладно, минус все закинул. Я все отдал. Все, что Юю отдал. Так пустые выбросы. Андрюх, на тебе помощника, ставь метку, которую собаку вы убивать будете. Хотя бы одну-две надо убивать обязательно. Не играйте по всем сразу, играйте лучше точно в одну. Все, уходите. Либо выбегите, кто живой, может успеть выбежать еще. Все то же самое делаем. То сколько там, 4 собаки все? 3 вроде. Ну, одна выходит, потом и три еще выходят, то есть... 12 минут жизни потеряли. Ну, блядь, ебанутый босс, это самого не люблю. Поэтому лучше варов брать побольше сюда. Также, Андрюха, следи там за дебафом. Когда дебаф, если пропадает, говори, РДДшники некоторые свечнутся. Если он пропадает во время каста. Быстрее добить. Я не знаю, что за дебаф ты мне говоришь. Смотри, если на собаках вообще ничего нет, значит на них нет. Если есть один баф на них, то они будут здоровье восстанавливать. На них один баф. Баф же ниже дебаф, правильно? Потому что у меня там фулл скрин баф. Дебаф. Можешь подслеживать? Баф появляется, да, окей. Когда активируется олм. Ну, кто там их вызывает? Вот когда он их призывает, ну, когда он активируется, он вызывает 3 собаки и на них всех дебафишится. До этого дебафов вообще нет. Их даже могут рейнджевики сливать, если там простые какие-то. Нет, я имею в виду, сам баф, он успевает спасть до каста жертвоприношения? Там 2 собаки остается. Ставьте рыбку, поехали. Нет. Вот все тогда, без проблем. Да, ставьте рыбку и погнали. Так я сейчас, да, танчуете. Все, с тебя я тебе поставил, дал помощника, ставь метку черепа и будете играть по черепу, когда именно лом активируется, потом еще раз черепа. Я буду ставить то, что найду, потому что у меня нет винда, я просто нажимаю по КМ на иконочку и меточку поставлю. Хорошо. Локи, вы в курсе то, что ваши питомцы, которых вы не можете убрать, на них вешается живая бомба, которая опять же пробивает рейд? Ну посмотри, где они стоят. Просто во время предыдущего трая как раз же они стояли в рейд. Все, ребят, понятно. Понятно, то от демона, который не контролирует. Нет, именно обычные были. Там, скорее всего, не локовские, а тотемы шамановские. Типа глаза. Дали Геру. Киглер, забери из морски. Ой, за ВДВ. У нас урона, конечно, намного больше стало. Шалайма. Вади чё дебафы. Просто имба. Колю поднимите. Первое место. Залей и Инер по Сацуне лучше имба. Дайте стоп урон по боссу. По кому? Юю. Зубы. Отдал. По крошу играете? Бомбы не забываем выносить. Вот прощай, что стопать каст. Ваня, отдашь силу, ты. Я не забыл, проебал. Да-да, отдаст топокал. Проебал, так проебал. Правильно, давай, я дам, пойду курить. Не, курить нельзя, уходить. Ты еще будешь нужен. Это королей, будем бить, давай повернуть. Короля, точнее. А мы еще бьем. Так, а толку вообще с айсбаунта дам, а то я толку дальше вообще никакого не будет, 2 минуты. Живые бомбы выносите, через 5 секунд нужно будет сейвы отдать, приготовьтесь. 3 секунды, 2. Вот кто сорвал? Ой, блядь, ну
черти, пойдите, минус дайте, ничего. Я хазак-то это был. Хиль, хиль, 4 кнопки, хиль, напакало, бежим. Я лицо в пол, хилить не могу. Бля. Изморский хиль. Задолбали, давайте соберитесь уже, а. По-моему, зачем вы диван даете? Дьера, когда как бы упал, висит-то все равно. Там, когда этот крош активированный, если вас выбрало в цели, если вы сорвали, надо выбежать от людей, потому что вокруг вас будет взрыв, как на этом, как он называется, блядь, на Аране, блядь. Там 40 тысяч или 50. То есть просто в рейде стояли, и поэтому все сдохли. А так бы один только сдох. Может, даже и не сдох бы, по-моему. Да, если сорвали, то старайтесь выбежать хотя бы. Но если следите. Вообще не должно такого быть, что вы сорвали. Вообще никогда. Он, кстати, еще кастить так не начал. Поэтому это до этого еще. Браска, заходи, ставь рыбу с Анечкой еще одну. Есть. Есть, есть. Поставь, пожалуйста. Кушать подумал. Кушайте рыбёху. Рыбёху. Готовность. Джанг, Сацуна, Скибиди. Саня, Женя. Санька, Женя. Ну их кажется, пожалуйста, блядь. Все, да. Уже... Там реально Маша сорвала или вы рофлите? Да не рофлят, конечно. Ну Маша могла, я уверен, веточками своими ковыряя. Ветки назад, но... Не, она просто первая умерла. Вот, да, палец. Да, просто Джипси говорит, кто первый умер, тот и виноват. Саня, Женя, ну давайте, парни, блядь. Не скажете. Суны. Буревестник троянский. Я тут, что надо? Да я тут нахуй запускать, нет. Короче, похуй. Похуй. Суны. Придется хилить чуть больше, со Суны пока и скажет. Разбирайте. Киглера. Сыграли по Киглеру, дали Геру. Вот этого надо пробурстить, из Морского освободить. Блядь. Да, бля. Кинул. Полинор, я считаю, мне минус даже. Блядь, зачем вы кроша бьете? Вы кого бьете, ёпта, в натуре Киглер же активирован. Лол. А чё по 20 бьёт, непонятно, да? Саня, есть ПВ? Да, закинул. Ещё не могу. Да я опять срываю. Ну, зачем? Лагает. Кажется. Стопнули и каст по боссу. Слепоглазом на пульте. Играем по слепоглазу. Вадим, по Сацуне Инер, Колю прохильте. Маша, можешь по себе закинуть. Колю поднимите, Коля на фух, на ОФП. Дайте зубы по Юю. Да. Три секунды еще можно поиграть и стопаем. Каст. Стоп каст. Все, стоп по слепоглазу. Никто не бьет. Забирай. Слепоглазы снова. Отлично.
А вы ману там не планируете как-то резать, не? Сейчас будем. Саня, дай гимну ману. Ты все равно пока не сидишь. Полимару ману. Каюи поднимите. Маша, следующий инер в себя закинешь. Лапочка плюс отсюда. Сань, песк. Давай. За три открытия убиваем. 3 секунды по боссу можно поиграть. Стоп эти касты. Все, стоп, стоп, стоп. Никто не бьет больше. Ом, приготовьтесь декурсить собаки. Забрал собак. Смотрите, не навешивайте дот на собак. Ой, хуёво, все. Нормально. Сори, таунтон. Убейте хотя бы одну собаку. Одну убьете, мы выживем. По черепу играйте с первой пати без магического урона. Точно сыграйте, главное ее убейте. Потом еще одну, если что. Декурс, 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 декурс. Троянского. Еще один раз будет декурс. У кого там тьма? Тьму отдаст апокалипсис, сейф и... Все нажму. А, я вижу тут дебаф. Давай, я нажму и... он через 4 секунды пропадет. Не, не успеет. Со стоп-уром по боссу отдали сейвы. Сейвы отдали. Все. Киглер. По Киглеру играйте. По Киглеру. Смотрите, не сорвите. Если кто-то сорвал, тоже выбегите. Сань, поездка. Как я. Там щиты пэта стреляют по слепоглазу. Там этот тотем стреляет или пет чей-то, похер. Да это от демона же. Сейчас именно. Да, поэтому тут особо. И нам нужен камень. Сацуны, да, закинь один. А, Маша себе отдала. Да, по Сацуны давай. А, Сацуны, регеник или Вакати, Юю. Я двоих других похил. Приготовились, стопнули урон по Киглеру. Стоп, 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 не бьем. Опять Киглера, надо добить его. Сань, поиск. Да, давай. Все, ребят, надо по-любому добить. Изморский пойдешь тоже по собакам играть, помогать. И будешь их, кстати, танчить, собак. 9 на урон. Нужно собрать. Джипси, закастуй гимномана. Добро. Есть зубы. И наемник тут. Но я ведь тоже. Будрейвена прихитите. Хорошо. Добейте пока собак РДДшники живых. Эти хиллеры могут ману пути восстановить. Все, Безморский, залей и на Посацуне. Посацуне. Крош. Покрошу на пуле или живые бомбы не забываем наносить. Ваня отдаст. Все, да. Так нужно Женю. Женю ману залить. Так, у кого там инер, инер гимн свободный есть? Закастуйте тоже свободный гимн. Маша откатится. Он уже отдал Сацуну. Огненную бомбу выносите, кто-то стоит, не знаю. Маша, и на откатится, сразу по скибиди зальешь. Сейчас нажмет на кроши на Йоми и Джипси гимн на ХП, когда начнется каст, через 8 секунд. Потому что уже не почти маны нет. 3 секунды. А Айсбаун жать? Да, обязательно, Иваня, отдали сейвы. Жмите гимн. Стоп урон по крошу, не сорвите его ни в коем случае. Не сорвите. Слепоглаза. Добили слепоглаза.
Можно будет по тиману было восстанавливать. ПСК. Давай. Рано. Два инера, лапочка и иону зальете сразу в скибиди. Свободный гимн, если есть, тоже кастуйте на ману сразу. Собак добейте, это дешня. Все, добили, это тоже добейте. Слышал, на полы вниз. Мишку сейчас, да, на полу закидывайте, хантишки. Смотрите, если возле кроша стоит кто-нибудь, отбегите от кроша. Ману восстанавливает. По крошу сыграли. Про огненные бомбы не забываем. Из морски, как откатится инер, зальешь в Малара. Ай-яй, больно в ноге. Огненные бомбы не забываем. РБДшники сразу же. Если что, из бомб есть. Окей, отдашь ты тогда, и Ваня, есть у тебя? Нет, ничего не будет. Значит, Сацуна и ты отдашь. Огонь освободил. Сашка, есть поездка? Буду Рэйвена прохитить? Нет, еще нету. Четыре секунды. Приготовились через 3 секунды сейвы отдавать. 2. Отдали сейвы. 2 секунды можно по боссу поиграть. Стопнули урон по боссу. Не сорвите, не сорвите, ребят, ни в коем случае. Ом, приготовились декурсить, собак забрали. Из морски. Пока не только не смотрите. Ну куда ты бьешь Полинор молнии? Ну, или кто там, или буревестник. Черепок можно банить. Ладно, вот эту забаньте. Порядок. Бейте хотя бы одну собаку там. Я одну-две выделяю. Прожму. Не зыбку только нажмите кто-нибудь один. Я нажму. Это, боюсь, может не хватить, если я не убью. Начинайте обновлять Коснояз. Декурсы, декурсы. Да, все нормально, декурсы. Били всех на забай. Все, отлично. Играйте по ОМУ. Через 2 секунды стоп-каст. Ой, стоп-рон. Стоп-рон по ОМУ. Не факт, что он мотивируется. Все, добили кроша. Про огненные бомбы не забываем. Сейвы отдаст Сацуне и этот, по Мавару из морских не залей. Не факт. Миша, если хочешь, могу помогать, потому что игриты. Маша, зальешь по себе. Бета-тестер. Есть встать? А я что-то умер как лох. Есть, есть встать или нет? Да, да. Вставай. Дебаф тебе бета-тестер. Лапочка, да инер по скибиди, Маша по себе закинешь. Айсбаум. Через 11 секунд. Не понадобится. Добивайте просто. 2%. Сейчас приготовьтесь к кроша, я через Геру его будем бить. Дали Геру, играйте по ОМУ. Собак заберите. Лапочки, на лапочке собак. Смотрите, не повесите на них своих. Короче, я все в чем пробовал. До того, как ОМ открылся, на нем не должно быть косноязычие, потому что он дольше собак призывает. Все поняли? Да, думаю, да. А сейчас 27 секунд. А сколько там процентов? Сколько процентов лома? Убивайте его. Ну так идите бейте, милики, идите бейте не вместо собак лома, идите бейте. 17 секунд. Все на лома. Не, я декуршу, Саш, кинь какому-нибудь локу, я ж на декурс. Ну ладно, уже добили. Все, игра. Милики, не подбегайте, милики, отбегите. От короля. Бля, я забыл, что еще король.
Все, идите бейте. Про огненные бомбы не забывайте. Выносите. Тут нет своих бомб, Сань. По-моему, вешаю. Если не ошибаюсь. Ну, могу ошибаться. Есть свободный гем, закастуйте, а то по мане полностью немножко проебался. Повестка есть. Давай. Сейвы приготовьте, чтобы не убило никого. Айсбаунд можете нажимать, если можно. Нет, это... А, да, мельки ушли тоже. Угу. Давай, шнурки пусть бьет, шнурки троянские. Саня, через шнурки хиль, изморский зальешь в него инер. Ваня, ты через троянского хиль. Все остальные мельки отбегите. Шнурки. Маша, зальешь инер тоже в сацуны. Да, вот, Жень, можешь идти покурить. В апокалипсис тоже можешь идти покурить, Коля, замени его. Только отведи просто. 10 назад. Не-не-не, ну, Сань, я уже покурил. Бейте все. Бейте все, собак берете, заклеиваете. РДД тоже можете клевать. Лапочка, залей инер по Мавару. И опять же, если есть свободный гимн, тоже закастуйте. Блять, я вообще по маню полностью сел. Поэскасы. О. Давай, вообще будет сейчас, кстати. Плохо рассчитал. Еще собаки будут, тоже заберете. Опять же, если есть тоже кого-то свободный гимн, тоже кастаните. Блять, или душный босс, а? Ну, хотя бы уже за две геры его убиваем. Блин, 20 минут. Еще пол геры прошло, 25. А, ну да, 25. Ну есть же. Все так же дохуя. О, Ю-Ю, ГЦ. Коля, души всех, отвечаю. Души, блять, стыдно. Бегать с твоим. У Коли без пуха. Так, пробегайте дальше, я сейчас начислю и... Погнали. Так, Гро. Давай ЕПш. ЕПшить. Да, грохот подбирается. Да. Голова никому не нужная, скорее всего. Пока что. Раз, два, три. Но в спек 125. Раз, два, три. Лапочка забираешь на себе. Взял на в спек. За 125. Не, не 10. 125. Пока что. Расплыл, значит.
следующего КД сделаем тоже по 10. Что же, много ненужных шмоток. Ну что, Коля, души. 500. Старт. Вторая кому не нужна. 500. Раз, два, три. Ну, наконец-то. Мы цифру 260 увидим. Фартовый. Ну? На том КД за десятку забрали. Так надо было десятку давать, почему лапочка за 10 забирает, а Коля за 500? Не, Коля не за лапочка не забирает за 10. Ну, за сколько? На распухать. Ну, за сколько на распухать? Джифси, давай, поднимай нас. ШПшник. Все равно это голова каждая КД падает. Джифси, наемный, юзайте взрыв разума. На долгих боях по КД. Так, дальше. Пояс. 250. Раз. Нет, 250 пока что. Раз, два, три. Но спек тебе же будет Рейвен на демона, да? Ты хочешь. 125 тогда на демона. Да чё вы жалеете все это ЕП? Да хераш ЕП у нас, чё много? Сидят по 20 тысяч, 125 и много. 20 тысяч, ёбана! Да ты, блядь, это ж вообще пиздец. Ну, нет и нет. Но. Ну, не хочешь, как хочешь. Короче, 125 на ОФ кто-то берет. Демона поощрять надо. Отдайте ему. Так, смотри, вот я с тобой, кстати, тоже хотел, Даня, поговорить. Сделай тоже демона, чтобы вы по очереди с Гудрейвеном спекались, и Джанг потом тоже. И так будете по одному КД. Один кто-то в демоне, второй в демоне. Там гильдии поможет, а? Там голдой, чем надо. И что говорите, лагает? Говорю, чтобы не у одного Гудрейвена был демон, чтобы вы тоже демона сделали. Там ты и еще блок какой. Скажи, вылетело, ебать. Не сломался. Али, суки, а? Короче, пояс никто за 125 не забирает, да? За УД лучшишь. Да, давай печеньку ролить. Давай, печенька. Так, сколько у меня там есть? Я ставлю 10. 8. Я ставлю 8К. А, апокалипсис уже 10, да? Это просто 10. Какой 10К? Просто 10, Сань. Ну, я 8 тысяч ставлю тогда, на. Мамовар 44 тысячи, окей. Не 44, 44. Запишем в долг, там нету точки. Дексиона 8500, раз, Юй, девятка. Кредит на 5 лет за миллион. Юй, 9, раз, 9600. 9600, Юй, десятка, раз. Чего мы обои не ролили? Два. Чисто Юй последнюю точку. Три. Все. Смоньте меня. Женек, заходи. Вместо Троянского. Что? Так, Юй, что? Ты почти уже бисовый, да? Плащ остался. Сань, мне надо сюда пояс. А, окей, хорошо. Троянский останется. Если, не командир, если нет пояса, еще, то да, я возьму. Да уйдешь. Засумайте меня. Жень, Женек, заходи, ты тут? Не, Враска, останься. Ты с Петом. Женек! Ну, ждать его не будем. Не зайдет, так не зайдет. Да нет, ну, блядь, он так хотел. Я открыл, блядь. Слышно мне, нет? Да. Да, да. Теперь да. Захожу. Кидай, Коля, обмен. Вань, 10 минус 10, 500, Коля, отними. Все там 10 ровно. Не, 10 и за 500 за... 500 отбил раньше. А, окей. Ну что, Коля уже бис почти СДК. Да, и там платье. Женек заходит. Топ-хайп тоже заходи, вот. Если здесь, быстрее убьем. Давай, трэш чистить из морского за Смоня. Стой. Может и не чистить, он не агрит. Точно. Ты уверен? Точно, да. Да, он не достает. Хорошо, тогда... Смотрите, когда будете закрывать дальнюю руку, не загрите его. Я попытаюсь. Че, да вы с ебало в них не побежать, конечно.
Рвать другой. Сумма из Морска. Так, тут. Это... Так, Женек, кому босс не нужен из престов? Джипси, давай, Джипси, ты на замену. Женек в рейд. Топ-хайп еще кому-то не нужен? Шнурки, Кадама, Враска. Ну давай, Галя, ты. Ой, не Галя. Кстати, как тебя зовут? Не Галя будем называть. Бля, у единственных 5% крита, что ли? А, у нас кот есть. Нет, есть кот. Женя. Женя, который не Галя. Все, сумоним людей, вызываем петов все. Идем, ставим петов, посчитаем, сколько их сейчас. А ты во фросте? Видите, скиньте петов. Да, я во фросте. Так, получается, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь петов должно быть. Так, под лицом будет тогда Женя в Акати и... А, Женя в Акати в танке. Не в ДД? Ты в танке. Нет, ты в танке, в танке. Будет Троянский 100%, он не свакает. И... Блядь, Женька рискованно ставить. У нас 8 этих... 8 питомцев. Стойте, да тихо. 8 питомцев, танк и конь. 10. А, все, в натуре. Все, в натуре, в натуре. Я надеюсь, конь — это название чего-то пита? Да, да, да. Влад, который топ-хайп, ты во фросте? Надеюсь. Все, иди тоже поставь пета, поставь рыбку, выпей любую фласку дешевую. И в такие руки стыдно вставлять такие камни. Санечка, поставь рыбку еще одну. Я закину по Будрейвену МК-шку, ты под Эксионе закинь. А у бомжа, бомжа, ой, ДК есть бомжи, типа, ну, какой-то ДК бомжа туда кинет и нормально. Нет, это только ванхолик, только ванхолик. У нас нет ванхоликов сейчас. Я мол ванхолика тебе спрашиваю. Не надо, не надо. Все, ты красавчик, сегодня меня затащил. Пристабав. А, висит. СС говорили кому, я перезаходил? Да, СС кому-то. Лапу еще бафнуть. Закиньте Юи один, давай им обои. Дексиона по квапочке. Джанг по Изморскому, Будрейвен по Оно. Джанг, готов? Что-то по бафам не хватает, прям сильно не хватает. Я как опущен-то по бафам. Приста бафа не хватает мне, по крайней мере. Инту. Инту, держи инту. Все, готовность на пул. Я напоминаю, никто в начале босса не срывает. Не бейте, пока не заведут в крест. Дексион. Тотем на резист природе в луну киньте, пожалуйста. Не бьем босса, пока не поставили. Капец, у этого босса летит. Почему у луча? Играем по боссу. Руки не забываем закрывать. Может, Геру? Да, Геру дай. Быстрее откатится. 10 человек ровно, отлично, молодцы. Нет, 9 петов, и я. Точнее, 8 петов, и я. Все правильно ты сказал. Руки задели. Блять, справа много проебали. Милики не закрыли. Какие милики? Там в мелизоне был. В мелизоне это под босс. Так, ладно, давайте сосредоточимся, ребят, чтобы долго здесь не сидеть. Коля, сейвыки есть? Слева. Давай. Нормально, не понадобится сейвы.
руки. Ваня, ты будешь отдавать массейв на каждый адский от огня и... Ну, ты понял, короче. И массейв. Давай. ПС-ку? Да, давай. Ты подни зубы, кстати, может, выбрать. И давай зубы по Коле. Давай зубы по Коле быстрее. Вот пройдет ошеломляющий. Прохиливайте его сразу. Сейф, Вань. Хорошо. Так, Иннер, лапочка по скибиди. Маша тоже по скибиди. Изморский, по-моему, розолей. Да, у меня еще есть чем остановить. Да, нормально. Прохил вот только. Николая. Руки закрыть. А, последующую каплю дайте. Угу. Последующий, Санька, отдашь ты. Отдай. Сосуна. Хорошо. У тебя еще сейчас массейф нажмешь, если что. В ретрике. Прохился. А, ты в ретрике? Зарян. Я каплю отдал. Значит, ты... Ну, я понял. Значит, мы в 4 хила бьем, будем знать. В вакате еще есть сейф. В вакате нажми массакру, прохитрить его. В порядке, без памяти. У меня тут 30 стаков, все в порядке. Сзади. Больно было там. О, больно и смерть. Ну да. Санька, зубы, если что, есть? Нет. Нормально. Ваня, готовь, скоро будет масса. 30 секунд. Могу и бомб дать. А когда? Отдашь. Отдавай. Хорошо. А у тебя настакан есть бомбу? Пока. По идее должен был. Я просто пару раз пинал. Я понял. Ладно. Нет, не пинал я босса. Ну и хуй на поездка. Закидывай. Коля, ну, сам засейвишься? Да. Или зубы есть? Зубы есть. Все, давай уже зубы. Сейчас. Он сам сказал засейвиться. Не, он не будет кастовать. Отдавай, Сань. На всякий случай. Раяна чуть не положил. А вот с этим не двигаться. Есть, если что, Коля, свои сейвы? Или на какие-то тебя подсейвывать нужно будет? Нужно будет. Нужен. Сосуна туда, капля пойдет, должна откатиться. Свободные все иннеры по скибиди закинете. Маша только сама в себя. Остальные все по скибиди. Дал. Женя в акате, который тоже подбежишь, сокру закинешь соло. Нет. Масс. Могу через 3 секунды. Отдавай. Подбеги только ближе. Не достал, наверное. Там 40 метров. Дал. Я просейвлю next. Замедлен был. Угу. Сзади. Сморский, ты можешь быть, не заморачивать. Ваня, готовься его сейвить. Сразу адский потом пойдет. Поиск. Аксион, откис. Кто-то вылетел. Ничего, откис так. Это в мили, наверное, нет? А, блядь, один в милизону. Ага. Это тестер, забеги, вместе с Троянским бегаешь. Уже забеги. За Троянским бегаешь. Хорошо, молодец. Поиск, Сань. Ну, закидывай. А, блядь, своя была. Так, зубы есть, Саш?
Нет. Только не отдавай пока. 30 секунд. Это подстава. Так, а пока, когда этот закроешь, пойдешь следующий, настакаешь на избаун. Мы бы просто покалы в ебало поставим. Да не, пусть стоит. Закрывает он. Иди, иди на стак, сейчас два человека должны будут закрывать зубы места есть. Покала. Давай, давай. Давай, давай. Да. Так, нужен еще какой-нибудь сейф будет. Закиньте ему еще что-нибудь. Нормально. Давай, избавь, пока. Давай, 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 пока. Да. Пошел я от вас. Давай, братик, давай. Ну, танка надо похилить, а мандри гель немного. Иннер звонит, что забьем. Джипси за косты. Ой, не джипси, наем. За косты гель на ман. Все, флог. Ваня, сейф готовь. Отдавай. Сань, поезд. Сейвните. БР, Маша, дай быстрее БР по 4 кнопки. Гимны, нажмите на ХП, быстрее. Еще один адский, прожмите. Мелики умерли. Под лицо забегите. Я забегу. Я забежал. Я тоже забегу. Там еще... Дексиона топ-хай подкис, забежал я. Глыбу прожал. Все, один. Хорошо. Сань, поиск. Меня там, Саня, щитуй, потому что меня тоже могут сложить. Да-да-да. Ну я там щитки всякие прожимаю. Должен выжить один. Коля, добивай. Добивай. Есть сейв какой-то? Так, из Морзки, дай, дайте все сейвы вообще. Все сейвы, что есть, дайте. Милость отдал. Меня убило. Из Морзки дай БР по Троянскому. И этот... Троянский за подлицо заходи. 10 секунд могу. Лапочка. Лапочка под тестеру. А, да, мало. А, ты умер. Все, вижу. Блять. Подойдите, любой кастер, а, подбеги под лицо. Я подбежал в лицо, сзади, главное, еще руки закрыть. Фух. Ну что, черт есть? О, маунт. Детектор. А кружка есть? Этот маунт маленький такой. Ну, детектор, значит. А где ЕП за королей? Я дам за королей. Там 300 просто. Боже, что за хуйня упала, блядь? Берите детектор, будем вместе дамажить с ним. Или вместе не дамажить. Не, ну маунт очень красивый. Наверное, тоже. Да, я маунт бы хотел. Хуже маунта я еще не видел. Это я не видел. Это за полчаса жизни. Жанка дисовая, чё ты? Рольте. Дай портал на левел. Маунта. Физики, а чё у тебя? Урона мало. Респета вистрел. Тебе дамажут. Да я тоже заметил. Он пятом был. Сейчас Жанку одна. Маунта. ДК в лицо не бьет, раз. Два, я умер. Иди. Явно печенька за 4500 не уйдет, да? Во-первых, ты мог раунд. Типа отбегать за спины и прибегать. Во-вторых, печенька. Сосиска. 7, 6к. 8,5. Скибиди 10. Раз. Изморский 12. Раз. Два, три. Кидай, мен. Да.
квадратику, если что. Дальше. Маша или Дэн, надо голова? Маша за 250, Дэн за 125. Так, Вадим за 250 забираешь? Что-то дискриминация какая-то. Вышел у него мейн. А у Дэна офф. Поэтому дискриминация. Механизм, детектор 700. Старт. Ну давай я 700. У нас один есть, уже будет второй, будет еще лучше. Давай 1,5. Давай 2,5. Все, можно ливать. 3,5. 4,5. Ну давай пятеру тогда поставлю. Садил. 5, да? Не знаю, блядь. Ну, типа ладно. Подавись. 5,5, джанг. Раз. Два. Три, кидай мен джанк. Потом затестим тогда джанк вместе. Ага. Все хапуги уже, Синит. Все хотят. Да, наконец-то это власть мертвых поменяет. Да власть это вообще дерьмище полное. Да вот, поэтому я готов сейчас был любой ЕП отдать за эту тренинг. Сейчас я... А, уже поставили два раза. Вань, кинь обмен, пожалуйста, на этот, на распыл. Три шмотки есть. Все. Сколько по времени баф висит? Вот 10 стаков, он 350 настакивается, и сколько висит? И КД минута, да? Да, зависит от того, сколько у тебя детекторов в рейде. Ну я вот пока с одним... Вот они, ну... они вешаются стаки, да? Если настакалось 10, то сколько времени они будут висеть? Все время или они скинутся? Че, все, расходимся? Скинутся. Да? Через сколько? Всем пока, тогда. Ну, оно, смотри, оно набирает по стаку, висит до десятки. И на десятке, по-моему, секунд 10 или 15. Вот это надо проследить. А, ну вот. Она, короче, два раза обновляется. Да, наверное, секунд 15 на 10 стаках еще висит. Ну, скажите, как узнаете. Ну, я вот с одной хожу, но не выше ДПС стал. А там получается, она прокает на гость, и у кого детектор, они все стакают. Допустим, у одного прокнуло, и все начали с КД копить себе. Ну, оно просто быстрее накапливается, если больше. Да нет, ты не понял, смотри, у него КД, у него прокнуло, копится из КД.